Né, Belém? На кусок. Не, ты ж сундук. Или тебе все равно? Не, ну чё так медленно вращаюсь? Well, good morning, Starshine. And good night. Оказывается, мышка не вращается. Что тут делаю вообще? Падла. Твою мать, убьет и сейчас еще. Подохни. Да что ж ты, сука, не в такт-то прыгаешь, падла? Блин, разряженный. Ствол разряженный. Подохни. Дано. Next with the call, you get away. Клево. Найтс волк. Найтс волк. Уязвимость к электричеству.
Кто там шумит? Это деревце. Почему вот это, с этим оружием как бы один обзор, а с этим какой-то другой? Что? Хрен поймешь. Ты это показываешь. Я тут был. Или нет? Ну, статую эту я помню. Хотя, может быть, это с другого прохождения. И эту помню. Но только тут тупик. Да? Не совсем тупик, вот здесь проход вроде был. What the fuck? Патрон потрачу, вообще говоря. А, да, вот потом сюда можно спрыгнуть. Зачем-то. Не ори, дурак. Мы же в засаде. Долбоёб. Что орёшь-то? И почему ты по бочке не попал? Козлиная... Козлиная твоя душа. Кто там? Спрятался кто-то с собак. Сейчас спрыгну, и меня там съедят. Скорее всего. Пойду в обход. Как самый смелый. А, тут нет обхода. Обхода. Тут обход не завезли. Вот обход. Кажется. Как он какой-то очень уж длиннючий обход-то. Что-то прям очень длиннючий. Ладно, конечно. Пойду здесь. Что-то непонятно. Ладно. Разберемся. Так. Куда маркер делся? Шел, раз. А, ну. Посмотреть, что за красная хрень. Она собралась. Без спроса. Не наверх надо, эй. Меня вниз опять тянут. Да поменяй уже оружие, это на что?
Уязвимость к электричеству, да, было написано? Вроде бы, или сопротивление. Слышь ты? Скелета кусок. Знаете? Знаете? В засаде. Куда ты? Bitch, please. Куда ты, раз куда ты? Раз, куда ты, раз, куда ты. Ну как? Как? Ну как? Из рогатки, блять, точнее стреляю, чем ну стрелял, ладно. Чем из гауссовки. Убиваешь одного, короче, и за это на тебя нападают 25. За то, что ты одного мулу пришиб. Нормальный такой размен. Метра. Вы серьезно? Хрена себе шорткат. Пол локации пробежать. Как тут залезть? По низам-то ходить не особо приятно. Хрен. Давай, давай. Молодец, молодец, только не, блядь, куда ты, сука, так прыгаешь? Расстройство одни. Ох, ел. Ама. Будет. Опа, бля. Ты кто? Живучий стремительность. О, да. Стремительный какой, блядь. Ты живучий.
Падла. Блядь, да вы чё, суки? Быстрее, блядь. Ну ещё раз. Да ёб твою мать. 65 тысяч как с куста. Слушай, ну ни хрена себе. На жирный сука. Эх, урона не по. Прям как у меня она. Тоже, наверное, два дня качался, сука. А, то есть, когда я дохну, ярость, она как бы падает там, где я сдох. Если ее соберешь, то ярость остановится. Механизм. Чтобы узнать, мне понадобилось всего-то второй раз игру пройти. Господи. Какая уязвимость к огню. У меня сейчас стоит огонь. На тебе 2000. На тебе еще раз 2000, нет? Очень жаль. Че ты там встал, на тебе? Ебать, нападало тут красноты всякой. Че там, 7 патронов? Нормально. На тебе. На тебе. Знаете, еще раз. А ты чё? Так, тихо, 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 тихо. Так, у него уязвимость к чему была? К электричеству? Нет, к огню. Две четыреста крит. Вообще, вообще найс. Что написано? Религию убьем для народа, а вот викодин убьем для бизнесменов. Что? А хорошо. Хорошо. Прям хорошо. Э? Прям краснота прям падает. Конкретная. Опа. Уязвимость к электричеству. Хрена ты! Эй! Ты дропал что-то! It's your dignity. Твои яйца. Эй, заяц, 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 волк.
стоять, сука. Ни в одной игре я зайцев суками не называл. Должили, блять. Ну, какая игра, такие слова, чё? Могу сказать. Увидеть сопротивление электричества. Нети. 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 Бать, понабежала. Бать народу. Вы что тут все делаете, ёпта? Вечеринка, что ли, у вас тут? Блин, какие-то они все живучие, сука. Я вообще вот это хотел взять. Но вам же все равно. Где ты? Так, тихо. Тех пацаны. You're not the ugliest thing I've killed today. Да. Я думал, дальше пойдем. Блин, слушай, они так резво. Резво их научили избегать выстрелов. Ну, она не справился. Один патрон остался, офигеть. И здесь 5. Это, наверное, плохо, да? А вот это, наверное, патроны. Нет. Это не патроны. Черт. Что у него сопротивление? Так, тихо. Спокойно, не нервничай. Все свои. На тебе, по башке.
А, вот, наверное, патроны, да? Нет, не патроны. Не дадут, наверное, патронов, да? Mm-hmm. Не дадут. Потому что с... редиски. Потому что... Хотя 4 вот... 4 патрона тут свалилось. Писочка. Шоколадные глаза, как мнение, в них полно динамизма, происходит забавный голос. Вращение какое. Иммунитет к огню, иммунитет к яду. Вот это почему вот он промазал, скажите мне. Береза помешала. Чем я их убивать всех буду? У меня патронов нет. Ах ты черт, тут тупик. Эй, бать, понавалила. Тихо, тихо. Спокойно. Это не самое ужасное, что я убил сегодня. Логота-то такая. Нормально. Да ты так лагаешь, сука. Ну сдохни тогда. Ну ладно, а, блин, а тебя я чем убивать буду, алё? Гараж. Ну, я ни одного патрона нет. А, о, 3 есть. Так у него иммунитет к огню. Нет? Блин. Иммунитет к огню. Отлично. Ну чё, давай. Ёб твою мать, ты чё сделал-то, придурок? Это просто пиздец какой-то. В
Я вообще не понял нахрен, что сейчас было. Это его у меня выкинул, что ли, да, я хотел сказать. Шов. Почему ты такой, блядь, шов? Чем торгуешь? Давай мои припасы. Что у тебя еще есть? Что нет? Ну и пошел ты. Так, тихо. Надо перезарядиться сначала. А, блин, у меня же были эти. Бесконечно мед. А я что-то там. А, еще и лук, наверное, был. Фу, елки, я что-то. Что я туплю? По-страшному. Блин, зараза. Блин, заяц. Заяц. Заяц активировался. Сука, не вовремя активировался, падла. Я чуть туда не упал. А мне туда вообще не надо. Иммунитет к огню. Ну, это я уже знаю. Сука, он не достреливает, пидор. Или достреливает. Ай, а, готов. Готов. А у тебя к чему иммунитет, козлина? Уже ни к чему нет. Библия просит нас быть похожими на Бога, а затем страница за страницей описывает Бога как массового убийцу. Тебя сожгут на костре, еретик. За такие писанины. А потом еще повесят. И скормят вот одной из этих тварей. Вообще, я Библию не читал. И вообще говоря, не собираюсь. Поэтому мне даже сказать особо нечего.
Ой, это не та кнопка. В каком-то веке я попадать стал. Офигеть. Аж как-то радостно даже на душе. А на сундуке где-то, ну нету. В смысле, я нихрена не вижу. Но показано, что есть. Много. Оу! Эх, туда бы гранату, блин, да? Ну нету. Вас шмота, блять, сыпется, пипец, вагонами просто собирать можно. У меня уже, наверное, там штук 1005, наверное, этого говна, если не больше, на, я не знаю, что с ним делать. Его продавать неудобно, пипец. Вот я как-нибудь покажу, возможно. После каждого, во-первых, все сразу не продать, по одному предмету нам продавать. Ну да, я и рассказать могу, вообще говоря, что показывать-то. По одному предмету. Как только я нажимаю кнопочку «Продать предмет», предмет продается, и игра как бы задумывается на полсекунды или больше. Итак, короче, надо продать примерно 1000 предметов. То есть мне надо потратить 1000 секунд, чтобы продать 1000 предметов. Примерно. Теперь считайте. Мне 10 минут, 20 минут надо только 1000 предметов продавать. Я, может, конечно, что не понял, но... Но другой способ я не нашел. Да и почему я вообще должен искать способы, как продать предметы быстро, твою мать? Мне вот заняться больше нечем, как искать способы, как продавать предметы быстро. А, под мостом ходить можно. Это хорошо, да. Ладно. Блин. Вот я сейчас этим пишу, как его, БС-кой. Вчера скачал АБС-ку попробовать, но у меня компик такси, короче, ни хрена не тянет. Но это, вот эту сейчас вроде тянет, я правда не знаю, что там за качество получится в конце. Возможно, говно полное, и возможно, я даже это не буду выкладывать, но если я это не буду выкладывать, то вы это и не услышите. Поэтому... Да что ж такое-то? То есть была отравленная крыса, из нее еще нормальная вылезла потом. Жесть. Это... А раз вы это не услышите, то я мог бы это и не говорить. Вот я что хотел сказать. Но я это сказал, от этого никуда уже не деться.
Так. Пустите меня. Вон туда. Так. Убить гейш. И одна гейша всего осталась. А гейша это ж мелкая такая, да, шлюшка. Это же не здоровяки. И тут, короче, FPS опять проседает. Кто там топает? Эбать! Засада. Была. Нет. Еще есть. Там топы, бля. Какая тварь. Так. Че сюда пришел? Тут тупик, что ли? Вам морзели? Там этот, он так и будет их призывать. Уязвимость к электричеству. Кстати. А лут у него где нету? Кинет в реальность, в такую пещеру прийти. Байт обосрешься на. За компом, конечно, ничего не страшно, хуй там. А он в жизни, прикинь, ты такой идешь, такой. Чук-чук-чук-чук. И тут такой вой. Ебать, здоровенная хрень! Да я бы никогда туда не пошел, ни с каким оружием вообще. Я чё, дурак? Уязвимость к огню, да? Ну правильно. А я что делаю? Я огнем стреляю. А мегалут где? Опять не дали. Ты меня что убей, бля, козел. Я только твоего босса завалил. Ну нахрен. Да.
Нет, шлюшка топает. Вон она. Блин, мазила, твою мать. Do you feel lucky, Mary? Все. Я выполнил задание. Но я пойду еще схожу, кто там рычит. Интересно же. Поглядеть на всякую невиданную хрень. Хотя, может, это и плохая идея. Но вам сундуки. Ощущение, что там что-то есть, да? Юзабельное, в смысле. Но кто же тут рычит? Но кто же тут рычит? That's nice. На, насосался я. О птичках. О птичков. Дроп. Охренел? Тушканчик, ёп. В общем, ладно, пора, наверное, отсюда валить. Так, да и выпустите меня наверх. Давай, ты сможешь. Ты же профи, ёп, нет? Не сможешь, блядь. На ему так, значит. Хрен с тобой. Так, ну чё, получить награду. Все, на этом больше доп. Заданий здесь нет. Здесь больше вообще ничего нет, кроме майн-квеста, который я уже взял, правильно? Да, и можно сходить, испытание одно сделать. А можно и не ходить. Вообще говоря, там вот испытание, да, вот, если вот кто не знает, например, или забыл, например, или интересно кому, например, или еще что-нибудь. Здесь вот есть 6 испытаний. Стоп. Еще одно? Что? А вот здесь я не был. Сейчас я расскажу. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Первым открываются вот эти два. Это испытание начинения. Потом открываются испытания вон те вон два. А потом вот эти вот. Вот это простенькое испытание. Вот это. И вон то последнее говёное испытание. И вот это хорошее испытание. Почему говёное? Потому что там арена, вот такая вот площадка небольшая, плавучая. Ну, немного их. И остальное лава. Ну или горы торчат из лавы, и по ним прыгать надо вот так вот. Я все время там падаю в лаву и умираю. Там так неудобно биться, а враги те же самые, и награды те же самые дают. Поэтому я всегда делаю вот либо первое испытание, либо пятое. Пятое потруднее. Самое простое первое. А награды везде одинаковые. То есть вот смотри. 32
начинки. 32 начинки. 32 начинки. Ну, везде одинаково, я говорю. Я не был вот здесь. Честно говоря. О, кулак Годру дадут. Давай, поехали, конечно. Я здесь не был. Вот в ОБС-ке что плохо, тут паузы нет записи. Или я не нашел. Поэтому все загрузки придется смотреть. В бандикаме паузу записи есть. А здесь либо стоп, либо пуск. А паузы нет. Чалька. Это очень-очень чалька. А загрузки у меня не очень быстрые. Ну, на испытание ты еще может по-быстренькому загрузиться. Вот. Между локами-то долго грузится. Ну, в общем, в любом случае. Зато ВБС-ка сжимает хорошо. Вроде бы. Так, ладно, я заткнулся, чё тут? Эх, и нихрена себе, бля! Вы серьезно? Нормальное такое испытание. Предупреждать же надо, ёптать. Я его руки хоть наношу, нет? Чё всё происходит? Блять. Блять. Блин, да ты... Вы не озверели? Где он чи возьми? Тут нету чи. А птичка здесь была вроде, нет? Это что, урон? Как же вас убивать-то, бля? Два раза. На... Ну, ладно, надо подумать, как их убивать сначала. Двоих-то, нихера себе. Надо что-то крупногабаритное брать с собой, ёптать. Типа танк.
А я что-то... Не, по-моему, при первом прохождении этот обелиск не активен был. Я его тыкал-тыкал. Он вроде бы как бы должен быть активен, но... Ну, нет. Может быть, он после финала только активировался. А я туда... Хрен знает, короче, не знаю. Еще не знаю, как этих тварей убивать. Надо запись пересмотреть, посмотреть, что там это. К чему они уязвимы. А я играю, ни хренаш не видно. Ну, видно, точнее, не успеваешь прочитать. Не успеваешь посмотреть. Ой, короче, ладно. Наверное, я запись на этом закончу, да и все, что я в следующей серии продолжим. Пока.